Взрослый человек, которому 30 лет, сидит и читает успех другого человека, который написан каким-то журналистом. Какие-то моделируют странные ситуации. В этом возрасте ты должен уже доверять себе и пробовать что-то сделать. Ты должен что-то... Не читаете работы? Конечно. То есть нет, ну можно проучиться всю жизнь. Вопросов нет. Но если ты такой умный, то почему такой бедный? То есть есть период, когда человек должен учиться, который должен набирать знания. Да, там, но есть период, когда ты уже должен это отдавать. Вот если вы хотите добиться успеха, это только ваш путь. И только прислушиваться к себе. Пусть лучше не получится у вас, но это будет ваше, а не... Не пробуйте этот синдром отличника, который считает, что если он прочитает сейчас все книги, он станет умным. Все ерунда. Не надо никого слушать. Вы должны получить образование. Вы должны в какой-то момент закончить учиться и прекратить это делать до конца жизни. И дальнейшая учеба должна быть ваша жизнь. И вы должны себя слушать, и только так можно чего-то добиться. Самый сложный момент – это степень вовлеченности моей. 100%. Вот это то, о чем я в последнее время думаю и переживаю. С футболом, я всегда это любил. Фокус уменьшается. И если ты хочешь добиться успеха, ты должен думать только об этом все время. Что вы уделяете слишком много времени клубу? Да, вот когда я занимаюсь бизнесом, я вот просыпаюсь, сажусь в машину, я думаю только о бизнесе. Я иду, ложусь спать, я думаю только о бизнесе. По-другому невозможно добиться успеха большого. И потому что ты такой же, как все. И раньше каких-то, ну скажем так, открытий небольших у меня были каждый день. Потому что, когда ты на этом сфокусирован, когда ты постоянно перебираешь, ищешь варианты, как лучше сделать, у тебя рождается что-то, да? То есть, по законам диалектики, количество переходит в качество. И когда ты начинаешь расфокусироваться, когда ты начинаешь уделять внимание двум вещам, ты точно знаешь, это будет хуже.